В результате иска к Елене Степаненко о завещании была назначена посмертная экспертиза. Возникает вопрос, не присвоила ли Елена Степаненко имущество своей покойной подруге. Близкие усопшей Натальи Моголы выступили с требованием признать ее невменяемой. Они подали иск с требованием признать ее завещание недействительным. Они считают, что женщина не осознавала последствий своих действий, когда передавала две квартиры в Сочи и коллекцию антиквариата Елене Степаненко. Цитата. Суд определил назначить по гражданскому делу по иску к Цвеичу Ивану, Курташу Анатолию Степановичу, Степаненко Елене Григорьевне о признании завещания недействительным заочную, посмертную, комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, указано в материалах, сообщает источник. Напомним, что дизайнер ушла из жизни в 2022 году, завещав практически все свое имущество своей близкой подруге Елене Степаненко. Это вызвало возмущение у близких Моголы, оставшихся без средств к существованию. Они приняли решение обратиться в суд. Цитата. «Наследодатель не обладала полной дееспособностью, так как завещание оформлялось наследодателем в тот момент, когда она находилась в больнице после тяжелой черепно-мозговой травмы с опухолью головного мозга, истцы представили свои доводы», —